Приветствую вас на своем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Тревожная информация, касающаяся популярной актрисы, не могла оставить равнодушными ее родственников. Происходящее связано с показом «Моей прекрасной няни». На днях телеканал СТС «Лав» возобновил показ знаменитого сериала «Моя прекрасная няня», который в свое время принес славу актрисе Анастасии Заворотнюк. В последнее время вокруг популярного шоу разгорелись нешуточные страсти. Так, на объявленном СМИ иностранным агентом телеканале вышла передача, в которой утверждалось, что именно шутки из «Моей прекрасной няни» спровоцировали конфликт между Россией и Украиной. Однако только этим, как выяснилось, дело не ограничилось. Как стало известно популярному телеграм-каналу «Пиарщик от БГ», на СТС лав-сериал значительно подправили, вырезав все, что могли. В частности, из него убрали упоминание Первого канала, титры с информацией о признанном иностранным агентом Александре Роднянском и многое другое. Когда подписчики сообщили, что из «Моей прекрасной няни» вырезали все, что могли, мы сначала не поверили. Сравнили одно видео, что было вчера в эфире, и другое, исходную версию на сайте СТС Лав, именно такая. Посмотрели 3 минуты одной серии, и в этих несколько минутах вырезаны слова «Первый канал», «Ягуар» и, конечно же, титр с упоминанием Роднянского причем. Титр вырезан очень топорно, прямой склейкой, указывают авторы. Разумеется, подобная информация не может порадовать ни саму Анастасию Заворотнюк, которую скоро опять покажут по ТВ, ни ее близких. Ведь правки подверглись, помимо всего прочего, и ее реплики, что не могло не сказаться на качестве итогового продукта. Разумеется, телевизионные начальники не хотели обижать борющуюся с раком актрису, однако просто не могли закрывать глаза на политическую ситуацию.